Всем привет, уважаемые подписчики моего канала, с вами Задрот сотого левела. И я продолжаю проходить Assassin's Creed. Давно уже не было выпусков у нас, друзья. Сегодня решил я погамать, короче, в Ассасина. Как видите, исследовал уже точку, синхронизировался. И сейчас летим, короче говоря, выполнять задание, которое я нашел. Мне высветилось, точнее. Помарет, заткнись. Надо человека подслушать. Просто сидим. Так, как... так, там. И зафиксируйте цель. Ты их видел? Нет, но я слышал слухи. Это правда? Рыцари-крестоносцы в Иерусалиме? Это так. И что? Они отличаются от других. Хорошо одеты, привезли дорогие дары. Надо бы избавить их от этой ноши. Они встали лагерем у цитадели Давида, недалеко от кладбища. Чтобы быть на похоронах? Похоже на то. Тогда мы наведаемся к ним в лагерь. Все. Роберт будет на похоронах. Да, заткнись там, дурище. Идем в бюро, короче говоря, сообщаем об этой новости. Я ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? На помощь! Помогите кто-нибудь! Только попробуй. Братан, пожалуйста, уйди с дороги, чтоб я тебя не забил. Так, убить. Так, ребят, сейчас мы настроим звучка. Молюсь, убавим. Чтоб вы меня лучше слышали. Вроде и так слышно. Но на всякий случай я убавлю. Точнее, не прибавлю, а убавлю. Так, валим эту гниду. И ластовый остался. Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Нихера, я тут завалил, конечно, лохов. Братан, все, красавчик, живи. Аллах, упокой его душу. Конечно, конечно. Без этого никуда. Так, давайте двигаемся, короче говоря, уже в этот... на бюро. Давно уже не было серии. Да, извините, но механика такова. Глупая механика. Так, там ты заткнись, не матерись. Так, найдено крестов. А, я что, крест подавал? Я даже не заметил, лол. Короче говоря, что я говорил? А, о том, то что давно не было серий. Чё-то мотивации не было никакой играть в эту игру. И тут я смотрю, блин, а Ассасин-то у нас не пройденная игра, надо бы пройти, неуважение. И, как видите, я прохожу сейчас. Ассасин. Допрохожу, даже, так скажем, если есть такое слово. Заканчиваю это прохождение. Там вроде нам чуть-чуть осталось. Я не знаю, Ассасина просто играл. Да, дебил. Флаг еще один найден. Отлично. Крест. Так вот. Давно вроде играл, но миссии так не проходил. Чисто по фану играл в детстве. Как колду, только, сука, слезть, тупица. Колду я проходил, вот, недавно закончил, как и должны вы были наблюдать, сегодня. Я в нее прям вообще задротил нормально, все там миссии уже проходил по 1000 раз эту игрушку. А вот Ассасина как-то играл, а так, миссии не проходил, ладно, поговорим давайте. Похоже, ты добился успеха, брат. Я много узнал о нашем враге. Поделись своими знаниями. Посмотрим, чем они помогут нам. Робер и его тамплиеры приехали в город, чтобы оказать последние почести Маждаддину. Они будут на его похоронах. А значит, и я тоже. Зачем тамплиерам это понадобилось? Не знаю, но уверен, выясню это. Что же до горожан,
то их мнения разделились. Многие с радостью перебили бы тамплиеров. Другие думают, что рыцари здесь, чтобы заключить мир. Мир? Я же рассказывал. Те, кого я убивал, говорили именно это. Это сделало бы их союзниками. А мы их убиваем. Не ошибись, как ошиблись те люди. Цели тамплиеров кажутся благородными, но способа их достижения нет. По крайней мере, так говорил Аль-Муалим. Каков твой план? Я приду на похороны и расправлюсь с Робером. Лучше поскорее. Так, нужно убить, короче говоря, перса какого-то. Пусть удача ведет твой клинок, брат. Робера какого-то. Малик, прежде чем уйти, я хочу сказать тебе кое-что. Говори. Я был глупцом. Раньше я бы не стал с этим спорить, но сейчас. О чем ты говоришь? Все это время я так и не попросил у тебя прощения, дурацкая гордость. Ты потерял из-за меня руку, потерял Кадара. У тебя есть причины для гнева. Я не принимаю твоих извинений. Я понимаю. Нет, не понимаешь. Я не принимаю твоих извинений, потому что ты уже не тот человек, который был со мной в храме Соломона. И тебе не за что просить у меня прощения. Малик. Может, если бы я так не завидовал тебе, то не был бы так безрассуден. Я так же виноват, как и ты. Не говори так. Мы едины. Как мы разделяем славу наших побед, так разделяем и горечь поражений. Так мы становимся ближе, становимся сильнее. Спасибо тебе, брат. Отдохни, если хочешь, Альтаир, и приготовься к тому, что ждет впереди. Че, все? Перемотка на более поздний участок памяти. Робер будет на похоронах. Это время для нанесения удара. Хорошо. Так, сколько нам там? Далеко он? 260 метров. Так, какую сторону ты двигаешься, братишка? Тупица? Что ты, блядь, делаешь? Дебил. Конченый самый в мире человек. Прыгаем на тебя, братан. Надо не прыгаем, просто стоя, мочим тебя. Так, бежим дальше. На похороны. Дебил, почему ты не прыгаешь? Тупица. Так. Вроде тут еще один, нет? Ну ладно, хер с ним. Просто бежим на похороны. Похороны. Так, вижу флаг, прыгаю за ним. Ровно в цель. Пардон, просто пати. Крест, ладно. Всего лишь пару монет. Иди нахер, окей? Попрошайка. Но ведь этому должна быть причина. Может, ты закроешь свой рот? Тебе не следует здесь находиться, уходи. Братан, закрой рот лучше. И лежи, отдыхай. Так, 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 продолжаем, продолжаем. На помощь! Пожалуйста, господин, подайте. Так, ладно, мне похер, на самом деле, заходим. Сюда, на помощь! Подождите, я не насрался. Ребятки, ребятки, поаккуратней, на! Блюдок. Гнида. Иди сюда, ты тоже сейчас получишь. Давайте, пацаны, давайте. Чё ты ржёшь там? На! Или чё вы там, больно себе? Чё ты, прилёг-то? Вставай на века, ложись. Гни там. Слава богу, ты спас меня. Весь город узнает о твоем подвиге. Хорошо. Горожанин спасен. Просумрани Иерусалима. Хорошо, можно я пройду? По-братски пройти мне можно. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монеток. Тогда он заткнулся. Мои больные пухнут с голоду. Подайте пару монеток. Ты чё, охерел? Это добро не кончится. Давайте попробуем подраться, ублюдки. На. Он серьезно думает, что одолеет меня.
пацаны, кто на меня? Давай. Закрой рот. Сейчас я там ржу. Или чё? Иди нахер. Я успел нажать. Да-да. Минус. Либо резочка. До свидания. Гебер, кафир! Её нахер. Так, надо нападать. Еще раз. На. И тебе тоже. На. 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 Вон, все. Память синхронизирует. Ошибка, идет запись памяти. Аминь. Мы собрались здесь, чтобы оплакать Мажд ад-Дина, безвременно покинувшего мир живых. Я знаю, вы все ощущаете боль утраты, но утешьтесь. Ибо как все мы выходим в этот мир из чрева, так когда-нибудь и покидаем его. Такова природа вещей. Это так же естественно, как восход и заход солнца. Давайте же вспомним жизнь покойного и поблагодарим его за все добро, что он делал. Знайте, что однажды вы встретитесь с ним в раю. Как вы знаете, Мажд ад-Дина убили. Мы пытались выследить убийцу, но это было нелегко. Эти твари прячутся в тенях и бегут от всякого, кто бросит им честный вызов. Но не сегодня, ибо один из них стоит среди нас. Он насмехается над нами и должен заплатить за это. Взять его! Подведите его, дабы свершилось правосудие Всевышнего. Полетели. Ребятки, давайте, раз на раз. Иди нахер, эй, брат. А вы что только толкаетесь, да? Будет сложно. А кстати, мод сразу убивать по брату. Мне добивать сложно. Будет сложно выиграть, я думаю, я проиграю, но я попытаюсь. Да, я думаю, я сдох. У меня вот этот цель, да? Сука, убили пидоры. Чтобы победить в схватке с несколькими врагами. Так, давайте попробуем завалить сначала вот этих гнид лучников. Куда ты прыгнул, сучара гнидонская? Иди нахер. Лучников нужно убить. Залезь на. Все отлично, вроде как они все слезли. Не дайте, не дайте ему уйти. Ох, тут мясо сейчас будет мясо, сучка.
Отлично. Смерть неверному! Закрой, закрой пасть, пасть там закрой, дура. Вот главный, да, получается? Я его должен завалить. А он непробиваемый ублюдок. Убить, убить, убить этого. Хорошо. Хорошо. А, это тёлка, что ли, какая-то? А, это тёлочка, вот кто орёт. Сейчас мы с тобой попляшем. Нападайте! Да не на тут. Не на тут, точнее. Все, я понял, сейчас тактику используем. Тупица, блядь, что ты делаешь, сука, долбоёб? Не дайте ему уйти! Так, берет она меня в захват, а я ее со второго. Теперь ты умрешь! Что, некуда бежать, сучара? Хорошо! Я взгляну тебе в глаза до того, как ты умрешь. Полагаю, ты ожидал иного. Что это за колдовство? Никакого колдовства. Мы знали, что ты придешь. Роберу нужно было время, чтобы скрыться. Он бежал? Вам сопутствовал успех. Вы разрушили наши планы. Сначала сокровища, затем наши люди. Мы потеряли контроль над Святой Землей. Но Роберу выпала возможность вернуть то, что было украдено. Превратить ваши победы в наши. Ваше сокровище у Аль-Муалима. А ваша армия нам не страшна. Что бы ни планировал Робер, он проиграет. А, ведь теперь вам противостоят не одни тамплиеры. О чем ты? Робер на пути в Арсур, чтобы объединить сарацинов и крестоносцев в борьбе против ассасинов. У сарацинов нет причины соглашаться. Не было. Но теперь ты дал им причину, а точнее целых 9 причин. Тела твоих жертв. Потери с обеих сторон. Ты сделал хашишинов врагами для всех и тем самым подписал приговор ордену. Это так? Не 9, 8. Что ты сказал? Ты не моя цель. Я не стану забирать твою жизнь. Ты можешь идти, но не следи за мной. Мне не нужно. Ты уже опоздал. Увидим. Так я же ее завалил, вроде, нет? Какого хрена? Помогите мне! Дороги! Ничего! Не дайте ему уйти! Остановите его! Стопы, сейчас. Поехали. Обыщите все! Я его вижу! Вернись сюда! Здесь! Как мы его упустим? Вот он! Он здесь! Не дайте ему уйти! Не отставать! Остановите! Убейте его! Им не следовало драться. Шакаф аль-Джари! Лен тахроб! О, флаг, крест. Алло. Смерть неверному! Шакаф аль-Джари! Лен тахроб! Убейте его! Я поймаю. Я буду драться еще. Не срать. Хотя, че, спускайся. Должен прекратить это ребячество. Эй, можно вообще? Братан, лестница, сучара, ты тупорылая, рядом. Тупица. По стене он лазит. Кого-то сейчас... Не отставать! Животное.
вот здесь давай. Не потеряйте его! Дурачок. Догнать его! Тебе сюда нельзя! Остановите его! Уходи! Ты ублюдок, нахер, сучка. Не потеряйте его! Я бегу от тебя, мне насрать. Идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Сдаюсь. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Зайти, дебил! Будьте бдительны, друзья. Тупица. Шайтан. Ну так где же ты? Ублюдок, ты тупой, боже, какой же ты тупой. Конченый просто. Это была ловушка. Я слышал, что похороны закончились дракой. Что случилось? Робера де Сабле там не было. Он ждал меня и послал вместо себя другого. Расскажи Аль-Муалиму. Нет времени. Она сказала мне, что задумал Робер. Если я вернусь в Массиаф, он успеет осуществить это, и тогда, боюсь, нам придет конец. Мы убили большинство его людей. Ему не собрать силы для атаки. Погоди, ты сказал она? Да, это была женщина. Странно, я знаю. Но это мы отложим на потом. Сейчас наша цель Робер. Мы ослабили его, но этот человек умен. Он изложит свое дело Ричарду и Салах ад-Дину, объединит их против общего врага. Против нас. Ты ошибаешься. Это бред. Эти два человека никогда... Не ошибаюсь. И в этом наша вина. Те, кого мы убивали, стояли по обе стороны и были важны для обоих лидеров. План Робера амбициозен, но не лишен смысла. И он может сработать. Послушай, брат, кое-что поменялось. Ты должен вернуться в Массиаф. Мы не можем действовать без разрешения повелителя. Это поставит под угрозу братство. Я думал, ты понял это. Сколько слов, Малик. Ты прячешься за Кредо, словно за щит. Он что-то скрывает от нас, что-то важное. Ты сам говорил, мы не можем ничего знать, лишь предполагать. Так вот, я предполагаю, что дело глубже, чем кажется. Убив Робера, я отправлюсь в Массиаф за ответами. Но может, ты поедешь туда прямо сейчас? Я не уйду из города. Тогда выйди на улицу. Ищи тех, кто служил моим жертвам. Узнай все, что сможешь. Ты проницателен. Может, заметишь что-нибудь, что я проглядел. Я не знаю. Мне надо подумать. Делай, как знаешь, друг. Но сейчас я отправляюсь в Арсуф. Каждую секунду, что я медлю, враг становится все дальше от меня. Будь осторожен. Буду. Обещаю. Все. Робера не было на похоронах. Робера. Так, куда нам дальше? Как? Где, скажете вы? Но я говорю... Разрушить Робера в Арсуфе. Арсуф так Арсуф. Че, по крышам тогда? Пешкарам. Хотя по крышам мы не сможем пролезть. Стена все-таки там. Это же Иерусалим, правильно? Или не помню. Так, просто. Ратные больные пухнут. Что это? Подайте пару. Люди, подходите, посмотрите на мои товары. Вы глазам своим. Ты что-то хочешь сказать? Я просто бегу. Лучше там тебе нигде не найти. Что-то нос чешется, пацаны. Это на что-то намекает. Кажется, будет драка. Так, выйти из города как? Вроде так, да? Сюда, брат, тут. Все, ливый, брат. Ору. Так, вот так выйти. Он кого не бежит, ног собьет. Неверный, умри! Да, брат, на дороге! Добром это не кончится. Так. Не дайте ему уйти! Давайте до лошадей. Тихо.
Я говорю, нос чешется вообще жестко. Он точно кого-нибудь шит. Тебе не уйти! Давайте вот этого коняшку возьмем. Вернись сюда! Побежали. Не говорил, что кого. Тебе не уйти! Не, лотомарку убираем. Не нужно. О! Сейчас. Все, побежали. Так, тут лошадь быстрее может вроде как-то бежать. Вот так. Аккуратней, народ. Сорян, брат. Беги, беги. Только что-то камера, с камерой нету. Я не ожидал твоего появления. Есть информация, как камеру удалить? Масиа Факра, Иерусалим. А куда нам надо? Иерусалим, я тут уже, да, правильно? Акра, Дамаск. Не, выйди, 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 выйди отсюда. Не надо мне туда. Если вы деретесь в рукопашную, стражники не вмешиваются. Но если вы достаете... А, я все правильно. Больше так не делай! Да! Остановите! Убейте его! А что будет, если со стражниками рукопашку браться? Другие влезут? Другие стражники, я имею в виду. Ты напугал меня. Так, отлично, мы добрались куда-то в какое-то место, в которое... Люди спокойно реагируют на тех, кто забирается по лесу. Так, еще 400 метров протопать надо. Побежать. Кто-то там уже... Я слышу голоса чьи-то. Умнили! Теку тебе голову! Что за фигня? Воу. Брат, слезь, сучара. А что за фигня-то тут происходит? Сюда, иди его! Здесь! Гель бурая! Ой, блин, а. Хатман файдайт мэн! Кто ты, тупица? Сначала орал там, сейчас мы только убьем. А сейчас уже все, зассал. Путарафа! Да, жопой сядь на лицо ему еще, дебила, кусок, сучка. Дебил. Я слышу твое дыхание. Животное. Сколько вас стоит? Да назад, слезай, дебила. Слезай, 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 слезай. Да, толкайте, толкайте этого дебила. Все, бежим, просто бежим. Иди нахер. Что-то непонятно пока что. Ничего. Я думаю, сейчас походу почему я не могу. Блюдский микрофон падает еще. Почему лучник сзади херачит? Иди сюда. Нечего стрелять. Вы. Kime boyun eğmek istiyorsun? Sana çok kötü stiller что ли сверху? Или мне кажется? Кто-то откуда-то палит, я ж слышу. А, все, теперь можно пройти, да, то есть? Пацаны, до свидания. Хатман, пойди, Хатман. Ахи! Надо всех завалить здесь. Ну давайте. Бежим. Валить его. Seni gözüm kapalı bile yenerim. Beni yenemeyeceksin. Со мной Аллах! Тебе не победить! Тебе конец! Аздемен!
Со мной она! Тебе не победить! Так. Ай, Йоган Кефер! Мот! Топ-то. Лен я кура дэлика арнирончит! Ты, давай. Кто из вас еще сейчас? Чиме бойне имеки спёртун? Ну ладно, чувак, всех завалим. Гнит. Вот, чтоб не выпендривались на ассасинов. Еще одни бегут. Что там происходит? Народ сбушевался. Там плееров убивают. Режим погони. Круто. Ай-яй-яй-яй. Засада. Бежим. Я понял. Догоню тебя. Давай. Сейчас думаешь, что одолеет меня? Не вставайте, не дайте ему уйти! Отправься, я тут всех завалю. Вот за совсем тупенький. Сюда такой. Кавер! Анта таттеру паиха балалис! Кавер малюм! Я догоню тебя! Гельбурая! Убить, убить, я убил! Гельбурая! Ты, да? Да! Пальцем показывай! Ты, иди сюда! На! На! Чем я бойный мекис пёртун? Вот ты, да? Пальцем показывает. Беги, пока можешь! Ну, дыра вас там народу. Ну, давайте побыстрее как-то оформим вас сейчас. О, минус два просто. Минус три. Так, идут резко. На! На, гнида. Блин, у вас реально до хера, пацаны. Гебер, кафир! Так, завалить его сразу надо. О, еще и второго, и третьего. Ох, на изи. На изи, друзья, я заряд. Ассасин тупица не атакует. Так, бежать вроде можно, нет? Беги. Нет. Я ничего не вижу. Иди нахер. Добиваем. Чел врезался в стену, но ему как-то срать. Походу. Почему ты, дебил, не атакуешь, ублюдище? Ублюдище, подохни. Говнище сральное. Давай. Файси, трой. Даун. Я эту кнопку сейчас сломаю. Эта тупица просто вообще не атакует. Насмерть добивайся. Даун насмерть. Контратаку делает. Даун, даун, хеллоу! Делай атаку, животное. Контратаку делай. Даун, лесни. Мусоридзе. Kime boyuna inmek istiyorsun? Хорошо. Добивай его, добивай. Сразу добив. Добив. Спину нечестно, сучка. Сейчас всех вас тут положим, ублюдища. Лезут они тут. Гниды. Ассасин, хрен. Ты атакуешь их, нет? Все, отлично, можно бежать. Ладно, с тобой справимся. Надо хилиться. Отлично. Захилился сразу по фулу. Ё-моё, друзья. Их ты не обманешь.
А лестница вылазить не будете, вы же тупые. Так, давайте на контроль точки подеремся. Не дайте ему оторваться! Так, все, надо повнимательнее. Он хочет драться с нами! Прикинь! За тебя будет совсем не сложно! Ты не понимаешь, что уже проявился! Давай посмотрим. В равной борьбе только один на один, а не вот так толпой пиздить. Ma colère sera terrible. Je vais te triper. Tu vas me le payer cher. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Ton arme est impuissante. Les flammes de l'enfer vont te dévorer. Вон и сейчас стоят. Не приближайся. Подождите. Я принес слово, а не меч. Хочешь обсудить капитуляцию? Самое время. Вы не поняли. Меня послал Аль-Муалим, а не Салах ад-Дин. Ассасин? Что это значит? Говори да поскорее. Среди вас предатель. И он нанял тебя, чтобы меня убить? Боюсь, что у тебя ничего не выйдет. Я пришел не за вами, а за ним. Тогда говори. Посмотрим, правда ли это. Кто он? Робер де Сабле. Мой лейтенант? Он предаст вас. А он говорит иначе. Он хочет отомстить вашему братству за то, что вы устроили в Акре. И я его поддерживаю. Немало из моих лучших людей пало от ваших рук. Это я убил их, на то были причины. Выслушайте меня. Вильям Монферрат. С помощью своей армии он собирался захватить Акру. Гарнье де Наплус. Он сумел бы внушить что угодно всем, кто не подчинится. Сибрант. Он планировал установить блокаду на море, чтобы вы не смогли прислать помощь. Они предали вас. Приказы отдавал Робер. Ты ожидаешь, что я этому поверю? Вы знали этих людей лучше меня. Вас правда так удивило знание об их грязных намерениях? Это правда? Повелитель, перед вами ассасин. Эти твари известны своим коварством. Конечно, это неправда. Мне нет причин лгать. О, есть. Ты боишься за свою драгоценную крепость? Ей не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев. Я сражаюсь за жителей Святой Земли. Если мне придется отдать жизнь ради мира, да будет так. Складывается странная ситуация. Каждый из вас обвиняет друг друга. На это нет времени. Я должен ехать к Саладину и заручиться его поддержкой. Чем позже, тем сложнее ее будет добиться. Подожди минуту, Робер. Зачем? Чего вы хотите? Вы же не верите ему. Это важное решение. Я не могу принять его сам. Пусть его примет некто более мудрый. Спасибо вам. Нет, Робер, не ты. Кто? Всевышний. Пусть все решит поединок. Несомненно, Бог будет с тем, чье дело праведное. Если вы этого желаете. Желаю. Да будет так. К оружию, ассасин! Живи, ах, это!
Прикольно у вас такие драки, да. Я думаю, сейчас один на один подеремся. А тут все мечи достали. Я сейчас эту мышку упакну. Если она нормально не будет отвечать на этот вопрос. Сучи. Сука, сука, мразь. Les flammes de l'enfer vont purifier ton âme. Je suis l'esprit du Seigneur. Que le Seigneur ait pitié de ton âme. Tu veux mourir? Les flammes de l'enfer vont purifier ton âme. Так, ты вроде главный. А, не, главный вообще Заныкался. Пусть все решит поединок и Заныкался он убьет. Убьем его. А что, всех сразу выпустили? Поединок равный был, да. Так, убить, убить, убить. Фаст. Убить. Хорошо. Вот теперь вот, вот это честный. А не то, что ваш там говно из жопы. Время для игр закончилось. Ну давай, братья. Нихера себе. Вот это даешь. Я понял. Просто лаки, ублюдки конченые. Почему? Чтобы победить. Закрой пасть. С несколькими. Меня это голос не бесит. Скажите, что я должен. Попробуем уворачиваться. О, да, смотрите-ка. Давайте все кнопки пробуют сжать просто. Puisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Убить, убить его. C'est trop facile. Так, начало больно. Tu n'es pas à la hauteur. Нет, кончил, убрал. Совсем как мяч просто. Так и не добил того Дауна. Конченый, просто конченый ассасин. Ты конченый. Убить, убить, убить. Фаст, фаст. Хорошо. Убить, 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 фаст. Уклонись, кончено. Сдохни, ублюдок. Вот так. Вот твоему так плану конец, как, впрочем, и тебе. Ты ничего во всем этом не понимаешь. Ты лишь марионетка. Он предал тебя, как и меня. Говори яснее, тамплиер, либо молчи. Он послал тебя убить девятерых, так? Тех, кто хранили тайну сокровища. И что с того? Но его нашли не девять человек, ассасин. Не девять, а десять. Кто десятый? Он десятый. Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Аль-Муалим. Скажи мне его имя. О, ты его хорошо знаешь. И я сомневаюсь, что ты заберешь его жизнь с тем же рвением, что и мою. Кто?
Это твой хозяин, Аль-Муалим. Но он не тамплиер. Предатель. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает? Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? Он повелитель ассасинов. Да, главный лжец. Мы с тобой лишь пара пешек в большой игре. И теперь с моей смертью остался ты один. Думаешь, он даст тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют. А его да. Твой хозяин и я отличаемся лишь тем, что он делиться не хочет. Нет. Ирония судьбы. Я, твой злейший враг, не желал твоей смерти. Но ты забрал мою жизнь. И этим положил конец своей собственной. Все честно. Отличный бой, ассасин! Сегодня Бог благоволит тебе. Бог здесь ни при чем. Я просто лучше сражался. Ты можешь не верить в него, но похоже, он верит в тебя. Пока ты здесь, один вопрос. Я слушаю. Зачем? Проделывать такой путь? Так рисковать жизнью? Ради смерти одного человека? Он угрожал моим братьям и нашему делу. А, значит, месть? Нет, не месть. Справедливость, чтобы наступил мир. Значит, вот за что ты дрался. За мир? Ты не видишь здесь противоречия? Некоторых людей нельзя урезонить. Как этого безумца Саладина. Я думаю, он хотел бы положить войне конец, как и вы. Да, я слышал. Но я вижу обратное. Пусть он сам так не говорит, но люди этого хотят. И сарацины, и крестоносцы. Люди не знают, чего хотят. Потому они обращаются к таким, как мы. Тогда такие, как вы, должны действовать правильно. Чушь! Когда мы рождаемся, мы пинаемся и кричим. Мы жестокие и изменчивые. Мы такие, и ничего с этим нельзя поделать. Нет. Мы такие, какими хотим быть. А вы всегда играете словами. Я говорю правду. Никаких хитростей. Посмотрим. Но боюсь, сегодня мира нам не видать. Даже сейчас проклятые войска Саладина убивают моих людей, и я должен быть с ними. Но может, поняв, насколько он уязвим, он обдумает свои действия. Да, может, потом-то, чего ты хочешь, станет возможным. Вы были не менее уязвимы, чем он. Не забывайте этого. Люди, которых вы оставили править вместо вас, служили вам недолго. Да, да. Я это прекрасно знаю. Тогда я удаляюсь. Мне есть что обсудить с моим господином. Похоже, он тоже не без греха. Он всего лишь человек, как и мы, как и ты. Да пребудет с вами мир. Все, убийство совершено. Я сказал встать, черт возьми! Слушай! О, нет. Похоже, нас нашли твои дружки-ассасины. Что? Как ты это сделал, Дезмон? Послушайте, я не знаю, о чем вы говорите, но что бы у вас ни случилось, я тут ни при чем. Они пришли за тобой, и я их не приглашал, это уж точно. Доложите ситуацию. Мы под обстрелом. Вы сдержите их? Или мне эвакуировать пленников? 5 или 6. Мы превосходим их числом. Пара раненых, но мы продержимся. Возьмем все под контроль. Черт возьми, Дезмонд. Нельзя было просто уйти. Я говорю, что ни при чем. Как бы я связался с ними? Телепатией? Бросьте вы. Ладно, скоро им всем придет конец. Ват, послушайте. Угроза нейтрализована. Кавалерия не придет на помощь. Не знаю, док. Минуту назад вы были перепуганы до смерти. Ваша лаборатория оказалась небезопасна? Боитесь, что они вернутся? Не думаю, Дезмонд.
Люси хочет сказать, что возвращаться некому. Ассасинов больше нет. Последний год мы были очень заняты. Разыскивали ваше убежище, коммуны в пустыне и так далее. Боюсь, вы последний. Отдохните, мистер Майлз. Завтра мы закончим. Встать! Раньше обычного, док. Я хочу закончить это поскорее. Как скажете. Не будьте таким мрачным, мистер Майлз. Сегодня исторический день. Его будут помнить много лет. Поздравляю. Ну, кто-то из нас будет помнить. Я могу пройти уже, мне тоже. Поехали. По идее, это последняя серия у нас. Должна быть последняя серия. Если вы отразили мощную атаку, враг будет уязвим. Прикончите его под пиво. Что здесь произошло? Почтем. Где все? Отправились к хозяину. Это тамплиеры? Они напали снова? Они прошли путем. Каким путем? О чем ты говоришь? Путем к свету. Ты бредишь. Есть только то, что показал хозяин. Это истина. Ты сошел с ума. Ты тоже пройдешь путем или умрешь. Так говорит хозяин. Это Аль-Муалим, верно? Что он сделал с вами? Слава хозяину, ибо он отвел нас к свету. Да. Мы подчиняемся воле хозяина. Поздравляю, пацаны. Флаг. Мир будет очищен и создан заново. Окей. Прикольно. Так, нам наверх. Так, с этим чуваком драться надо будет. Наверное. Я отсеку тебе, неверный! Тебе не уйти! Ну да. А мне насрать. А, с вами драться надо с гнидами. Давай, ты быстрее пройдем. Тебя тоже надо. На тебя, вот тебя. Добивать. Хорошо. Добивать. Отлично. Хорошо. Добивать. Полетели. Резко. Опа. Дурачило, даже не понял. Давай, может, ты меня убьешь еще, дебил? За свет! Предатель! За хозяина! Он не прошел путем! Смерч! Может, я тут? Я понимаю! Наркоман-наркоман. Сэкономили. Альтаир, сюда! Эти, я думал, они меня хотят увольнять. А куда? А, открыли, все, ура! Наконец. Вовремя ты появился. Похоже.
Нужно защищаться, друг. Аль-Муалим нас предал. Да. И своих дружков-тамплиеров тоже. Как ты узнал? После нашей беседы я вернулся в развалины под храмом Соломона. Рапер вел дневник. Записывал все свои откровения. То, что я прочитал, потрясло меня и открыло глаза. Ты был прав, Альтаир. Повелитель использовал нас. Мы должны были не спасти Святую Землю, а отдать в его руки. Его нужно остановить. Осторожней, Малик. Он сделает с нами то же, что и с остальными, если сможет. Держись от него подальше. Что ты предлагаешь? Моя рука крепко держит клинок, а люди все еще верны мне. Мы тебе пригодимся. Тогда отвлекайте рабов. Нападите на крепость с тыла. Если они отвлекутся на вас, я доберусь до Аль-Муалима. Я сделаю это, Дай. Эти люди, они подчиняются чужой воле. Не убивай их без нужды. Да. Аль-Муалим отринул кредо, но это не значит, что мы поступим так же. Я постараюсь. Отлично. Мира и покоя, друг. Твое присутствие принесет и то, и другое. Мир, братья. Она закроется, я знал. Так, там кто-то стоит. Нихера там народу. Вы мне не дадите? Здесь пройти? Столько невиновных. Нельзя причинять им вред. Ну иди сюда, гнида. Где ты там? Сейчас будет драка. О-о-о! Что это? Летает он что-то? Нет, понятно. О, ученик вернулся. Я никогда не убегал. И никогда не слушал. Поэтому я жив. Что мне с тобой сделать? Отпустить. О, Альтаир, в твоем голосе ненависть. Отпустить тебя? Это будет неразумно. Зачем тебе это? Я нашел доказательства. Доказательства чего? Что ничто не истинно. И все позволено. Сюда. Уничтожить предателя! Избавить от него мир! Ух ты, нифига себе. Это все эти, которых я завалил. Они типа тоже эти, как обычно. Как обычно, там эти рабы охранники, как их называют. Так-так, завалить надо его. Ладно. Это что за новый прием? Братик. Что-то легко. Сразись со мной. Или боишься? Я сражался с тысячами людей. И каждый из них был сильнее тебя. Все они мертвы. От моей руки. Че, вот так можешь? Я не боюсь. Ходить. Давай. Докажи. Байт, байт. Чего я могу бояться? Взгляни, каким могуществом я управляю. Ha!
Есть последние слова? Ты солгал мне. Назвал злом цель Робера, хотя у тебя была такая же. Я никогда не любил делиться. Ты не победишь. Другие найдут силы восстать против тебя. И поэтому, пока у людей сохраняется свобода воли, мира не будет. Я убил человека, который так говорил. Смело, но... это лишь слова. Тогда отпусти меня. Я перейду от слов к делу. Скажи мне, повелитель, почему ты не подчинил меня, как остальных ассасинов? Почему сохранил разум? Кто ты и что ты делаешь, слишком сильно связано. Лишить тебя одного, значит лишить и другого. А тамплиеры должны были умереть. Но ты прав. Я пытался. Тогда, когда показал тебе сокровище. Но ты не такой, как другие. Ты видишь сквозь иллюзии. Иллюзии? Это все, на что способно сокровище крестоносцев. Частица Эдема. Слово Бога. Теперь ты понимаешь? Воды моря не расступались. Вода не превращалась в вино. Не Ириния начала Троянскую войну. А вот это... иллюзии! И только они! Твой план тоже всего лишь иллюзия. Заставить людей против воли идти за тобой. Чем она хуже фантомов, за которыми идут сарацины и крестоносцы? Кровожадных богов, покинувших мир, в котором люди убивают друг друга с их именами на устах? Я просто даю им одну иллюзию вместо другой. Ту, что не требует столько крови. Они сами выбрали себе фантомов. Вот как? Ты не слышал об обращении еретиков? Это неправильно. А, вижу, логика тебя подвела. Ты обратился к эмоциям. Я разочарован. И что же нам делать? Ты за мной не пойдешь, а мне тебя не заставить. А ты не оставишь свой жестокий план. Похоже, мы в тупике. Нет, в конце пути. Я буду скучать, Альтаир. Ты был лучшим учеником. Так, сейчас вот такой планчик у нас есть. Нет, нет у нас никакого планчика. Ты слеп, Альтаир. Как и был всегда. И всегда будешь. Где ты, гнида? Где ты? Разбил. Что делать-то? Что-то непонятно.
Либо игра забаговалась, либо его надо найти где-то. Ну где ты прячешься-то? Слезь. Вон кого-то вижу. А, вот ты. Ё-моё. Здорово. О, флаг еще один. Изи бой. Так, его, я так понимаю, искать надо, да? Он в тыл не хочет уходить. Мой клинок видит за меня, Аль-Муалим. Он пронзит тьму. Так, эту гниду надо видеть. Вон он. Его ж надо убить, правильно. Ты чё могёшь? Брат, жёстко. Можно я тебя? Так, вот настоящий. Надо его убивать. Сдохни. Ублюдок. Вот и все, шарик твой покатился. Колобок. Но как? Ученик не может убить учителя. Все возможно. Ничто не истина. Все позволено. Да будет так. Ты победил. Собирай свой трофей. Ты держал в руках огонь, старик. Его нужно уничтожить. Уничтожить то, что может остановить крестовые походы и принести мир? Никогда. Я сделаю это. Посмотрим. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. И было много мудрости, многие печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Уничтожь ее! Уничтожь, как я и сказал! Я не могу. Можешь, Альтаир. Но не станешь. Готово! Прибежал. Все. Прошли. Черт, что это было? Ну? Карты у нас. Сколько? Не меньше 6. Нам столько не надо. Хорошо, что у нас есть запас. Наверняка не все из них работают. По меньшей мере, 2 находились в местах, которых больше нет. Мы отправим отряды в каждую точку и посмотрим. В конце концов, нам нужна лишь 1. А остальные? Заберем их. Не оставим шансов на неудачу. Меньше всего нужно, чтобы кто-нибудь мешал нам в новом мире. А ассасин? Он сделал свое дело. Убейте его. Стойте. Вы знаете, как работают эти вещи. Вряд ли мы сможем просто забрать их. К чему вы это? Он может понадобиться. Его память. Я рекомендую сохранить его до тех пор, пока мы не будем точно знать, что нас не ждут сюрпризы. Это потеря времени. Вы сами сказали. Нельзя оставлять шансов на неудачу. Хорошо.
Убедимся, что он нам не нужен. Потом убьем. Ладно. Прекрати подрывать мой авторитет. Я только что выручила вас. Идем. У нас много работы. Не расслабляйтесь, мистер Майлз. Мы скоро вернемся за вами. Что за черт? Вообще, это забрал. Так, а куда нам идти? Спать? Давайте, ладно, поспим. Нет, спать не надо. А куда нам тогда? В эту комнату, что ли, зайти? Да нет, она закрыта. Да, она закрыта. Куда нам тогда, куда? Вот сюда, что ли? Спать вроде он не ложится. Нет. Читать ничего не хочет. Здесь ничего не хочет заныкаться. Здесь вроде открыто. Но зачем? Нет. Так, я не знаю, чего тут. И зачем. Спать же не хочешь, правильно? Он не ложится вроде как. Тогда я не знаю, что. Или они должны прийти, типа. Выйти оттуда. Отсюда. Отсюда. Отсюда должны, по идее, выйти, что ли. Блин, что-то я не понимаю, приколюх. Приколюхи. Ничего ж не жмется вроде как. И с этим зрением ходить. Не зря нам дали все-таки, наверное, зрение это. Давайте попробуем что-нибудь сделать. Что-то горит снизу. Какие-то провода, что ли. Я не знаю тогда, чего здесь от нас хотят. Что им нужно. Так, все, я понял, ребят, что надо делать. Нужно рассматривать знаки. Очень увлекательное дело. Вот здесь какой-то знак. Вот здесь что-то. Так. В настройки нельзя зайти, да? Так, пока не ясно, что делать. Наверное, по порядку идти. Начинаю отсюда. Так, что-то у меня не то с яркостью. Вам вообще хреново видно, наверное. Может, какие-то кнопки в это время нажимать. Потому что они вроде как должны пропадать. Так, ладно, давайте ходить как придурок, рассматривать рисунки. Что-то здесь смотреть, вот так вот. Стоп. Я не знаю.
посмотрим, что здесь у нас там. Тут осмотрим рисуночек. Осмотрим там. Какая-то хрень. А рисунки, кстати, начали исчезать, я смотрю. Или мы рассмотрели все? Что на... А, нет, они снова появились. Странно. Ну так осматриваем, смотрим. Здесь как красивая поэзия, поэзия. Но здесь какая-то хрень. Делать нам нечего, рассматриваем рисунки. Чё бы нет. Так, дальше, что там есть еще? Там мы осмотрели. Вот тут что-то у нас. Там вон что-то новое смотрим. Идем в кроватку. Пробуем, точнее, идти в кроватку. А, о, да. Боже! У нас получилось. Похоже, это кровь. Кого здесь держали до меня? И что с ним случилось? Интересно, что это значит? Сейчас кремат. Меня кто-то сейчас завалит, да? Сзади. Ну что ж, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Прошли мы игру Assassin's Creed. Всем удачи, всем пока.